0.35, это кто? Ого. Ты нужен нам. Короче, подходишь, берешь эту маску, надеваешь на себя. Понял? Да блин! Ну как вы, блин, ведете так? А если я не надену эту маску? Тогда маска наденет тебе. Знаю это. Как дверь откроется, заходи. Ага, мой... Понятно, мой болтик. Ну ладно. А, вот открылось. Такс. Вот эта маска, что ли? Привет. Да, надевай эту маску. А, справа. Давай поиграем. Здравствуйте. Теперь он может разговаривать. Здравствуйте. Я хочу с вами поиграть. У меня все хорошо. Все хорошо. Во что вы хотите? Я хочу еще человека. Я хочу с ним поиграть в одну игру. Без проблем. Сейчас принесем. Ждите. Хорошо. Какого конкретно? Черненького, беленького, розового? Давайте двоих сразу. Фиолетового. Чем больше людей, тем будет интереснее. Двоих. Вы тогда подтвердите, пожалуйста. А, уже все, я уже все. Спасибо. Я одну иду. Спасибо. А тогда подтвердите требования, пожалуйста. Угу, все, я секундочку, подождите. Давайте, давайте. Два дэшки. Все, я сейчас про. Уха-ха-ха! Сейчас будет веселье! Итак, значит, говорит, да, говорит Москва, почему у нас так много отбежавших SCP? Наш 106-й, как бы, ну, не справляется, понимаете? Я сбежал из садика, вот, так бы, ну, в общем-то, спите, пожалуйста, как-нибудь с 106-м, вот, да. На этом конец связи, да. Командиру Эпсилон 11, подойти к интеркому быстро. У вас на прибытие 5 минут. Да блять, уйди! Я бегу за тобой. Только ты давай быстрее. За 10. О, я тут. Не-не-не-не-не, мужик, не надо. Да, мужик. Пацаны, я не знаю, как вас спасти. Мужик, да. Спасите меня лучше, я хочу просто поиграть. Я просто хочу с вами поиграть. Я с тобой тоже хочу сейчас, подожди, поиграть. Сейчас, подожди. Развяжи второй. Тебе сейчас хочу. Масочка. Говорит Москва. Москва. Немецкие Москва. Фашисты вторглись на нашу территорию. Привет, Москва. Без объявления в 4 часа утра. Сейчас меня пытаются помешать. Но я скажу, что не надо меня толкать. Ай, не надо. Сейчас к нам заявится рептилия, возможно, я умру. О, летающий голубь, привет. Голубь с фонарем.